Поскольку наш фестиваль называется «Мы помним ваши имена», мы каждый год, как вы знаете, рассказываем не только о Василии, но и рассказываем о других ребятах, авторах-исполнителей военного репертуара, патриотической песни. И в этом году нашу страничку мы хотим посвятить замечательному человеку, которого трагически не стало на этом свете в 2009 году. Это Ахлям Газалеев. Эту страничку памяти мы действительно традиционно посвящаем людям, которые оставили нам в наследство свои стихи, музыку, песни, картины, а также замечательные традиции в антологии военно-патриотической песни. Ахлям Оксанович Газалеев – это новая страничка, для кого-то новое имя на нашем фестивале. Внимание на экран.